Собственно, есть системы. На Западе называются MDM, у нас называются, никак не называются пока. Есть понятие НСИ, то есть я настаиваю, что есть нормативно-справочная информация, и, соответственно, наверное, должны быть системы ведения нормативно-справочной информации. Поскольку на Западе термин применяется, и, собственно, многие системы, они так называются Master Data Management. То есть это ведение основных записей об объекте. Идеология этих систем, она такая очень простая, то есть идет некий источник данных для создания записи, происходит внутренняя кухня в этой системе хранения нормативной информации, и, соответственно, потребителю выдаются так называемые очищенные, обогащенные данные, то есть уже приведенные к определенным стандартам. Ну, видно по тем задачам, которые выполняются внутри этой MDM-системы или системы NCI, это поиск дублей, очистка, слияние, то есть миграция данных, то есть то, что обычно пользователи никак не касаются. Поиск взаимосвязи, то есть построение классификаторов связанных. То есть очень много такой аналитической информации, которая должна выполняться в этом приложении. И вот то, что я говорил в начале, да, то есть если есть у вас ERP-системы, MES-системы управления процессами, системами там отношения с потребителями, CAD-система, PDM-система, у вас, скорее всего, вот такой приблизительный салат именно с точки зрения записи, да, то есть как бы не нормализованный. Идеология системы MDM, эта запись создается в одном месте и дальше транслируется в те приложения, в которых она нужна. Есть такой термин, вот здесь хранится мастер-запись, а в этих приложениях происходит дообогащение данных какими-то пользовательскими атрибутами, которые нужны для этого приложения. Но как бы копия самой записи изначальной, наш насос центробежной марки НК-200, хранится вот здесь. Обзор MDM-систем такой у меня не очень качественный, будем так сказать. Но давно я его пытался сделать. Ну, в общем, есть на рынке для разных приложений разного уровня, есть готовые системы ведения данных. То есть, я думаю, если вы дадите с целью найти такое приложение, его можно найти как приложение к вашей там информационной системе. Ну, в частности, вот у SAP есть сейчас флагманский продукт SAP MDG, я там дальше покажу. То есть, именно модуль ведения мастер данных для SAP. У Oracle есть приложение ведения мастер данных там для оракловских модулей. В частности, буквально в прошлом году SAP объявил, что есть такое решение для SAP. Идея такая, что есть приложение, в котором хранятся мастер-данные, и путем интерфейса идет взаимодействие, ну видно, да, здесь как бы SAP-овскими модулями и приложениями, и не SAP-овскими модулями управления диспетчеризацией, производственными системами в одном пространстве именно с точки зрения данных. Это обзор решений на Западе. То есть на Западе, поскольку там IT развивается уже давно, и в частности ведение данных, можно насчитать порядка там 100 приложений разного уровня для ведения мастер данных для разных там задач. Ну, все знают такие квадранты, да, то есть как бы исторически IBM был лидером в этой сфере. Информатика тоже достаточно, ну, хорошее приложение делает. Что сейчас происходит с точки зрения квадранта, я не очень знаю, поскольку мы этой темой не очень занимаемся, MDM, именно корпоративными. В России я там нашел время там поискать первые попавшиеся, скажем так, по ссылкам приложения, то есть можно найти какие-то разработки отечественные, которые позволяют решать задачи ведения данных там для приложений там отечественных. Ну, в частности, для 1С есть приложение, правда, не для ремонтов, а для ведения ТМЦ. Оно так называется MDM управление НЦИ.